Привет, друзья! Сегодня ждем гостей, и по их заказу запечем цыплят корнишон. Очень они любят цыплята с тандыра, да с дымком. Уважим родню. Да и вам, думаю, будет интересно. Готовим цыплята корнишон с аджикой в тандыре. Смотрим. Вот они, цыплята корнишоны. 12 штучек у меня, весом они до 500 грамм. Значит, с них и начнем. Перед маринованием давайте отделим ненужные части от них, которые будут нам мешать. Отделим последнюю фалангу. Она нам не нужна, потому что она будет гореть, и тут мяса очень мало. Ну и отделим, как она, попка, гуска, хвост, тоже не нужен. Каждую тушку посолим хорошо. Берем масло растительное. Добавляем перец черный молотый. Добавляем паприку копченую. Все размешиваем. И этим ароматным составом обрабатываем наших цыплят. Они цвет дадут, примут от нашего ароматного состава. Но это предварительное маринование. Еще аджика будет. Делаем основной маринад. У меня аджика домашняя, литр со всеми травками, овощами, протертая, домашняя. Добавляем любимую мою специю хмели сунели. Побольше. Очень уж она с курицей хорошо заходит. Так, мешать не будем пока. Добавляем чеснок через пресс. Чеснока тоже жалеть не надо. Он с курицей очень хорошо дружит. Так, перелаживаем наших крашеных цыплят в посуду подходящего объема. Одна порция есть. Заливаем эту порцию нашим маринадом. Маринаду не жалеем, у нас его много. Аромат необыкновенный. И перемешиваем цыплят в нашем маринаде, чтобы всей тушке досталось. Так же поступим и со второй партией. Пусть маринуется. Друзья, пока тандыр нагревается, а цыплята маринуются, у вас есть время поставить лайк и подписаться на мой канал. А я займусь шампурами. Насаживаем на шампур цыплят. Насаживать будем по две штучки. Маринад немножко надо убрать, чтобы не горел. Вот так. И еще одного. В твердую часть стараемся протыкать, чтобы не соскальзывал. Но у меня для этого есть фиксатор. Вот таким образом пойдут тандыры. Стенки у тандыра побелели, значит, нам можно дальше работать. Опускаем шампура с нашими цыплятами. Если в одну партию поместится, толстенький. Все поместится, еще и место останется. Ждем 20 минут и будем смотреть по готовности. Цыплята зарумянились. Ну что, 20 минут прошло, они готовы. Достаем, пробуем. Ну что, друзья, смотрим на эту красоту и делаем вывод. Курицу, запеченную в тандыре, даже сравнить не с чем. Тут тебе и хрустящая корочка, и ароматное мясо, и великолепный вкус. Думаю, родне понравится. До встречи на канале.